Привет. Чё-то ты рано. Чё, думаешь, не успеем? Погоди. Сейчас я через минуту выйду. Есть? А что тебе это не нравится? Ты же знаешь, я не люблю такое. А мне нравится. Опять ты за свое. Поговорить даже толком с тобой нельзя. Вань, если это из-за матери, то ты не забывай, пожалуйста, что она и моя мать тоже. Ты думаешь, я не переживаю? В город ее надо. Там аппаратура, профессора. А, в город. Аппаратура, профессора. А как часто мы туда ездить сможем, а? Что, мне разорваться надо? Тебе надо ее к себе домой забирать, вот и вся аппаратура. Ваня, мы тысячу раз уже с тобой разговаривали. Ну куда я ее к себе возьму? Нас четверо в двух комнатах. Вот ты бы ее к себе и взял. Куда к себе? Да я тебе 100 раз говорил, куда я к себе ее возьму? Ладно, ей все равно сейчас присмотр нужен. Ты бы поговорил с главврачом, с Олегом Павловичем по поводу больницы? Да я сам не разберусь, что мне делать. Разберешься, конечно. Я просто предлагаю. Ты опекун, ты и решай. Слушай, там продавщицы сигареты были, посмотри. Сигареты? Ты же бросил. А, нет, начни курить и пить опять. Помнишь уже, чем это кончилось? Башка, бардак, комар, газета, блюз, вино. Забито все давным-давно. Водка пить, земля валяться. Весенним пробуждением медведя славянские народы связывали наступление весны. Наши предки верили, что медведь наделен особой мудростью. Он способен защитить от колдовства, болезней и всевозможных бед. Медвежья лапа считалась очень сильным оберегом от всяческих напастей. Здравствуйте. Ой, мои пришли. Мы к Вере Денисовне пришли. Ну, Кудряшовой. Она, наверное, в палате. Пойдем. Мам! Извините. Здрасте. Так, давай тогда я к маме, а ты сначала к Олегу Павловичу зайди, пока он не ушел. Да погоди, с Олегом Павловичем. Ой, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, что вы подошли. Можно вас на минутку? Да. А, вы знаете, я вот маме приношу кушать. Она плохо ест, и нужно кормить из ложки, в общем, общение с ней нужно, индивидуальный уход. Ну, сами понимаете, гулять, ну и так далее. Я вас понимаю. Как-нибудь в другой раз я к вам зайду, хорошо? Ну, хорошо. Угу. Да, спасибо. О, здравствуйте. Привет, мам. Слушай, ну что такое-то? Ты нас так до приступа доведешь, с Валькой-то. Чего ты капризничаешь-то? Так, ладно, я главврачу. Что тебе делать? Анастасия Петровна. Да-да.
Здравствуйте. Я Кудряшов Иван Николаевич. И? Я по поводу Веры Денисовны. Ну, вы хотели получить мое согласие. А, да. Мы рекомендовали бы переместить вашу маму в специализированный интернат по ее профилю. Ей необходим особый уход. Да ей и здесь, по-моему, хорошо. Если честно, я не вижу вообще никаких причин. Иван Николаевич, я лично все понимаю, но и вы поймите нас. У нас интернат для нормальных. А ваша мама, простите... А что мама-то? А чем она хуже других, которые у вас тут? Ну, услышьте вы меня, Иван Николаевич. Я ничего против вашей мамы не имею, но она и сама себе может причинить вред. И окружающим. В городе ей томографию нужно сделать. У нее, возможно, поражение головного мозга. Двигательное возбуждение, запахи имеющиеся подгоревшей еды. При такой динамике у нее и галлюцинации могут развиться. Галлюцинации? Слушайте, да у вас в кухне запах такой, что... Иван Николаевич, вы можете не давать согласия, но тогда вам придется забрать маму от нас. И... пожалуйста, сообщите нам о своем решении до понедельника. Ясно. До свидания, Олег Павлович. До свидания, до свидания, Иван Николаевич. До понедельника! Ой, а мы тут вспоминали с мамой, как когда я маленькая была, и мы чернику собирали, помнишь? Как меня тогда пчела укусила, и я орала, как резаная, я не помню этого, а ты помнишь? Да тебе и 5, наверное, лет не было тогда. Ты мне в тот день всю футболку слезами залила. Ма, а чё ты не ешь ничего, а? Чё, плохо готовить, что ли? Да не хочу я есть. А обедом этим я медведей покормлю. Тут в лесу, за больницей, медведи живут. Я всегда их встречаю, когда за ягодами в лес хожу. Мам, нам пора ехать уже. А, ну ладно, мам, пока. Тут, в общем, вон в белом пакете теплые вещи. Хотя тут вроде не холодно. Ну куда же вы так скоро-то? Может, еще останетесь? Мам, мне там заказ надо еще к вечеру сделать один. Ну, времени мало, так что мы поедем, ладно? Ой, ну ты, как всегда, весь в работе. На воздухе бываешь? Бываю, мам, бываю. Ты побольше гуляй на воздухе. Там в лесу так красиво. А я вот только не заметила в прошлый раз. Вроде медвежонок там был. Ладно, мам, нам пора. Ну ладно. Молодые занятые, езжайте. Так в воскресенье не приезжайте ко мне. Меня уж тут не будет. Мам, ты что, опять что ли? Ты снова помирать собралась? Все когда-нибудь умирают, Вань. Все. Мам, ладно, мы поехали. Пока, мамочка. Слушай, она же не ест теперь ничего. Я реально испугался, когда она про медведя начала. Мне Олег Павлович говорил, что у нее галлюцинации бывают. Но это, похоже, вот то и есть. Ты знаешь, похоже, ее в город надо. Да? А как мы ей в глаза-то смотреть будем, а? Я с ней поговорила, она же как маленькая сейчас. И сказки эти рассказывает, медведи. Она и в детстве нам это все рассказывала. Слушай, Олег Павлович сказал, до понедельника надо сообщить. Так, вот что. Ты опекун, конечно, а маму в город не надо. Они же ее залечат там в конец, понимаешь? Давай, я на вторую работу выйду, сиделку наймем. Что еще нужно, а? Садись. Садись, я сказал.
Да, Варь. Чё? Не, не звонили, я мылся. Чего? Чё? Что, мама? Подожди, не ори ты так. Да, я позвоню сейчас им. Да, да, всё. Так. Добрый вечер. Да, это Кудряшов. Как ушла? Валь, да. Ушла. Понятно, для чего и вещи-то были нужны, да? Готовилась, ага. Они сказали, не, в сторону дома пошла. Да я не знаю, что делать. Что ты сделала? Своей головой надо думать, Валя. Кто тебе посоветовал? Ты... А своего ума нет у тебя, Валь? Да погоди, погоди, стой. Мне нужно кое-что проверить. Давай, я тебе перезвоню сейчас попозже. Угу. Что ты опять устраиваешь-то? Тихо, тихо. Садись. Вань, а медведь что, ушли, что ли? А? Ты чё, мам? Тут никого нет. А медвежонок хорош. Я ему хотела ягоды дать, а мамка медведь как рыкнет на него, он и бежать. Мамуль, ты чего? Какая медведица? Какой медвежонок? Они людей не боятся. И ты их не бойся. Ладно, мам, поехали, я тебя отвезу. Подожди, подожди. Ну куда вы все торопитесь, торопитесь? Давай посиди. Смотри. Да, хорошо здесь посидеть. Ладно, мамуля, я сейчас Вальке позвоню, скажу, чтобы не волновался, поедем. Не ловит нифига. Валя! Мама! 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 Пойдем. Аккуратнее. Постой. Я сейчас. Поехали ко мне. Давай, проходи. Садись потом. Давай сейчас я это чайку сделаю, принесу. Вон телек, посмотри пока.
даже. Но вот как не пытаюсь экономить, даже на самую скромную свадьбу не хватает. Так. Чаёк готов. А тут бараночки. Спасибо. На, угощайся. А ты сам? Не, не хочу что-то. Эффективными, предоставляя гражданам качественные. Хотя охотоведы утверждают, медведь – зверь осторожный и лишний раз сам не подойдет близко к человеку. Причиной, по которой косолапые могут навещать пригороды, может быть нехватка пропитания в лесу из-за засушливого лета. Ближе к городам достаточно несанкционированных свалок, где медведь и ищет еду. В современном мире медведи как бы привыкают к человеку. У деревни Гавриловка видели недавно, у подшипников завода, далеко от свалки. Так что эти случаи не единичны. Это же совсем недалеко от того места, где... Их не провоцировать, они вряд ли будут нападать на людей. Однако осторожность при нахождении в лесу не помешает. Екатерина Казанцева, Евгений...